собор Казанской Божьей Матери, православный кафедральный храм Санкт-Петербурга. Его адрес – Невский проспект, 25. Грандиозная колоннада собора необычайна для православного сооружения. Чугунная решетка перед его западным фасадом – это непревзойденный шедевр литейного искусства, а само здание с разных улиц смотрится совершенно по-иному. Все это делает Казанский собор уникальным строением северной столицы. И это не говоря о том мистическом смысле, который заложен в проект храма самым загадочным русским императором. Примечательно, что проектом известнейших архитекторов того времени император Павел I предпочел разработку бывшего крепостного Андрея Воронихина. С рождения он был во владении графа Строганова, и тот, заметив талант мальчика к искусствам, отправил его в Москву учиться механике, математике и архитектуре, а потом отпустил молодое дарование на волю. Так бывший крепостной стал одним из основоположников русского ампира. Главной святыней храма является список с Казанской иконой Божьей Матери, которая в 1579 году чудесным образом появилась в Казани на пепелище после городского пожара. Тогда список с иконой был отправлен ко двору Ивана Грозного. В 1712-м Петербург был объявлен новой столицей, и при переезде царского двора икона оказалась в городе на Неве. Предание гласит, что именно образ Казанской Богоматери помог народному ополчению во главе с Мининым и Пожарским. Православные люди верят, что эта икона хранит нашу землю от захватчиков. Казанский собор был для людей начала 19 века символом русских побед. В 1812-м сюда были привезены почетные трофеи войны – знамена французской армии и жезл наполеоновского маршала Даву. И именно в Казанском соборе покоится прах фельдмаршала Кутузова. По народному преданию, пока стоит этот собор, русское оружие будет непобедимо. В начале 20 века во время религиозных гонений пострадал и Казанский собор. Из него изъяли массу церковных ценностей, а в 1932 году здесь открыли музей атеизма. Архитектура Казанского собора до сих пор остается уникальной для православных строений. Павел I, который заказывал проект, желал, чтобы храм имел европейский облик. Так его северные ворота отлиты по образу райских дверей Флорентийского собора. Обрамляют строение 96 величественных колонн, а здание в целом было вдохновлено Римским собором Святого Петра. И все это сочетается с православной традицией устраивать вход храма на западе, а алтарь на востоке. Так что Казанский собор символически воплотил в камне мечту сделать Россию великим посредником между Западом и Востоком и играть первостепенную роль в мировой политике. И по легенде, это случится на веку Казанского собора. Один ТВнет.ру. Смотрю, что хочу.